В нашем дворце очень интересная, насыщенная событиями жизнь. Это не только занятия в детских объединениях, но и концерты, выставки, соревнования, фестивали. Сегодня наш рассказ пойдет о фестивале «День науки». Впервые этот фестиваль прошел 27 апреля 2012 года, а началась история фестиваля гораздо раньше. В 2005 году во дворце был создан коллектив «Детский научный клуб ДНК». Руководитель и педагог клуба «Штерингардс» Елена Михайловна. Занятия в детском научном клубе строились на развитии самостоятельного мышления. Ребята учились критически оценивать потоки информации. Поэтому педагоги детского научного клуба учили ребят задавать природе собственные вопросы и находить на них ответы путем постановки опытов и обсуждения их результатов, сравнивая свои выводы с теми, которые были сделаны учеными. Помимо учебных занятий, Елена Михайловна организовывала для ребят и родителей досуговые программы, такие как «Чайный домик», «Интеллектуальный марафон», «Экологическая эстафета», «Путешествие в страну открытий», «История обыкновенных вещей». На эти программы с большим удовольствием приходили не только ребята из детского научного клуба, но и из других коллективов дворца и школ Восточного округа. Все больше становилось желающих заниматься в ДНК, а те, кто уже занимался, стремились как можно больше рассказать и показать другим все то, что они сами знают и умеют. Поэтому в 2012 году во дворце впервые появились афиши, приглашающие на фестиваль «День науки». Это был настоящий праздник науки. Фестиваль позволял любому человеку стать полноправным участником событий. Если это выставка, то она обязательно интерактивная, где можно было не только дотрагиваться до экспонатов, но и самостоятельно повозиться с ними. Если шла дискуссия, то каждый желающий мог в нее включиться. И, конечно, огромный интерес вызывали научные опыты, которые проводили воспитанники ДНК. За 9 лет фестиваль науки прочно вошел в жизнь нашего дворца, с каждым годом приобретая все большую популярность в Москве. Он входит в состав открытого городского многожанрового фестиваля «Золотой ключик». В нем принимают участие ребята из образовательных учреждений города Москвы. Возглавляет фестиваль «День науки» кандидат химических наук, руководитель детского научного клуба Грачева Ирина Вячеславовна. Сотни ребят приезжают на фестиваль и демонстрируют свои проекты в развитии естественных наук, чем заслуживают высоких оценок жюри. И сегодня мы можем точно сказать, что фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию участников. Он помогает формировать интеллект, прививает интерес к познанию мира, внушает интерес и уважение к науке с самых ранних лет.